Всем привет, друзья! Я к вам сегодня из прачечной, так сказать, нашла тут укромное местечко поговорить немного с вами, рассказать о наших новостях. Просто у нас уже все легли спать, чтобы не шуметь и не отвлекать. Буквально 2 минуты короткое видео, сообщу, как мы. В общем, пока что все стабильно, тяжело. Также болеем. Саша сегодня съездил, поставил укол. В больницу к нам по-прежнему никто не ходит. Ходим сами в поликлинику. И назначили ему еще препараты Рингер, что ли. Потому что у него сильная интоксикация сейчас идет. Температуру очень сложно сбивать. Но вот сбили сегодня каким-то препаратом. Сейчас бы не соврать. Но это какой-то гормональный на Д называется. Такой препарат. И вот вроде температура пока спала. Вот он сейчас спит. Весь день сегодня тяжело тоже так же было нам. Вот, у нас температурили Ваня с Саша. Ваня оттемпературил, Саша вроде бы тоже. Вчера всю ночь оттемпературил, надеюсь. Вот, сейчас больше всего всех беспокоит мое состояние. Потому что, ну, непонятно что. Никто так меня и не наблюдает, нет у нас здесь... ни врачей, ничего, ехать в перинатальный центр тоже нет никакого смысла, меня просто туда даже никто не пропустит. Вот, я не знаю, как мы сейчас будем решать этот вопрос, потому что дышать мне очень тяжело. Пью я только препараты АЦЦ для легких, ну, чтобы мокрота как-то, может, выходила. И буквально сейчас подышала содой. Просто налила горячую водичку, соды и накрывала себя полотенцем, дышала таким образом. А вот еще думаю водкой подышать сходить, потому что что-то многие говорят, помогает. Потому что у меня хрипы такие, может быть, как там говорят, пузырится что-то, пенится, я не знаю, в общем. Слабость страшная в ногах, вообще ходить невозможно, просто в лёжку весь день. Вот, короче, Саша говорит, может тебя в больницу положить. Я говорю, а вы тут как будете? Короче, вот я жду, может быть, Саша полегчает. И начнет действовать антибиотик. Мы уже поставили 2 дня. Завтра последний день антибиотика. И будет полегче ему. Может быть, тогда я смогу уехать в больницу. Вот. Короче, анализы нам еще не пришли. Саша тоже сдал мазок. У него взяли на ковид. Но тоже сказали, неизвестно, когда придет. Завтра будем пытаться звонить, искать этот анализ. Найдут нам его, не найдут. Готов он вообще, не готов. Непонятно, короче. Они сами ничего не знают. Вот. Поэтому все остальные так более-менее нормально. Малыши хорошо. Уже Миша только кашляет тоже сильно. Вот. Ну, короче, вот такие, друзья, новости. Идем мы сейчас уже укладываться спать. Утро вечером мудренее. Сил снимать ничего вообще нету никаких. Так что прошу простить и понять. Нас сейчас... Сейчас очень тяжелое время. Вот. Поэтому, ну, грозит мне, наверное, больница. Что сейчас, Саша, если полегче станет, то я лягу. Все-таки непонятно. Без наблюдения так находиться очень опасно. Вот. Ну все, не могу уже говорить, задыхаюсь. Так что все, всем спокойной ночи. Спасибо, что вы с нами и молитесь за нас. Все, пока-пока, друзья.